Приветствую вас на канале AsmoDeadPlay, подписчики, а также те, кто случайно попал на канал. Мы играем в Готика 2 Ночь Ворона, версия 1.0. Давайте, мы Ворон от нас смотался. Теперь мы... Чё идем? За глазом Иноса. Я так понимаю. Так, вы мне что можете сказать? Так, все, у тебя порталов нету. Эй. Так, надо Сатурусу сказать. Не забывайте, у кого патч есть, он там вот есть еще один этот портал, ведет к золотому дракону, вот который, с которым надо разговаривать по поводу скрещивания сфер там или кого там. Так, найду духа. Дух у меня будет потом. Так. Эй, ты. Пойдем. Пока. А ты что там стоишь так вдалеке еще так? Да. Вот что мне у тебя взять? Я тебе все сам отдал. Нахрен ничего не надо. Красный перец нужен был. Блин, кто не помог мне в этом деле. Так, давай-ка сообщим ему, что знаем. Эй. Или мы сообщали, я уже не могу вспомнить сейчас. Насчет вор... Я пробрался в покой вор. И? Я опоздал. Он скрылся в храме Аданаса у меня на глазах. Что? Это катастрофа! Почему ты не последовал за ним? Да не мог. Я не смог последовать за вороном. Он... Я должен подумать. Нам нужно понять, как ворон смог попасть в храм. Что он делал перед тем, как открыть проход в храм? Прочитал перед воротами заклинание. А до этого? Он вскрыл гробницу жреца. Я же тебе об этом уже... Верно. Ритуал. Да, правда. Боюсь, ворон получил силу стражей мертвых. Он получил знание о том, как попасть в храм. Ты должен рассказать об этом Миксиру. Миксир. Блин, вот единственное, что... Там надо давать правильные ответы. И вот это, блин, самая, так сказать, жопа. Что-то там, кто мог знать об этом? Строители, кто мог не знать об этом? Это не строители. Меня послал. Ворон проник в храм и закрыл его двери изнутри. Сатурус считает, что он узнал о том, как попасть в храм. О, а должно быть, чтобы узнать, как открыть ворота, он призвал верховного жреца Кардемона. Судя по записям, его гробница была в пещерах под крепостью. Ты должен поступить так же, но Кардемона тебе вызвать уже не удастся. На западе долины находится гробница Куархадрона, предводителя воинов. Ты должен отыскать ее и пробудить Куархадрона. Здесь написано, как тот, кто верит в Аданаса, может вызвать дух. Ты думаешь, что это сработает? Мне в руки попадалось множество бессмысленных манускриптов. Например, записи Ибериона, предводителя братства. Ну, это первая, да, в Готике было. Но этих записей я верю. Братство спящего распространяло не одну лишь ложь. Спящий на самом деле существовал. Не то, о чем они говорили, заставляло сомневаться в их правдивости, а те слова, которые они использовали. Речи членов братства были запутаны и непонятны. Их разум был затуманен болотной травой, а текст на этой табличке написан серьезным и разумным человеком. Почему Куархадрон? Почему не верховный жрец Кардемон? Своим ритуалом ворон осквернил гробницу Кардемона, так что тебе придется найти другого духа. Мы должны использовать любую вас, даже если у нас есть лишь призрачный шанс встретить. В конце концов, ворону-то это удалось. Ну вот, в общем. И что же мне нужно сделать, чтобы вызвать этого духа? Найди гробницу Куархадрона. Духа вызвать можно при помощи заклинания Стражей Мертвых. Это все. Теперь тебе нужно лишь отыскать гробницу. Удачи, сын мой. Ну, понятно. Расскажи. Найди его гробницу
и прочитай в ней заклинание стражей мертвых. А что именно? Я записал слова. Ты... В общем, только надо прочитать их вслух. Итак, каньон. Вот это, по-моему, в долину. Опа! Я думал, это у нас есть только в этом патче. Нет, оказывается, действительно, ворон. Даже вот в 1.0 есть этот дух. Я говорю, в 1.0 я играл, когда оно только вышло, я играл, да. Потом в основном патчи играл, продвинутые патчи сначала с хранителями, да, хранители, какая-то хрень еще выходила. А потом уже и Адонос, и Аданос, и чего там только не было нахрен. Потом... А спонсор нашей сегодняшней игры... Водочка. А как она называется-то? Вот водочка-то. Водочка называется «Легенда». Так, давайте-ка смотрим. Да где ж ты? Закладная. Так. Игоря Тору! Явись ко мне, Квархадрон, древний предводитель касты воин. Итак. Квархадрон. Так. Блин. Квархадрон. Ну давай почему с тобой теперь. Почему ты нарушаешь мой покой, страж? Говори, что тебе нужно. Так, наша страна содрогается от землетрясений. Мы что, должны наша что-то сделать? Мы ничего не сможем сделать. Гнев Адана сопал на Яркендар, чтобы покарать потерявших веру. Так. Расскажи, как попасть в храм Аданоса. Храм останется закрытым навеки. Так решил совет. Кто-то смог проникнуть в храм Аданоса. Вздор! Я лично запечатал дверь. Пройти в храм невозможно. В самом деле? Что находится в храме Аданоса? Моя величайшая печаль. Мое величайшее разочарование. Мудрость древних поистине поразительна. Человек твоего положения не должен так разговаривать. Я не могу освободиться от впечатления, что ты не тот, за кого себя выдаешь. Если тебе нужна моя помощь, ты должен доказать, что ты говоришь мне правду. Ответь на мои вопросы, чтобы я мог убедиться, что не выдаю чужаку наши тайны. Хорошо. И вот здесь самое начинается самое оно. Здесь начинается самое оно, потому что, как помните, в библиотеке мы читали постаменты, и там надо учить, смотреть, запоминать. И в пещере мы читали. Вот эти вот люди сидят с книжками. Ну давай, спрашивай. Спрашивай. Я Квархадрон. Когда-то я был предводителем армии Яркендар. Ну мы знаем, в войнах. Ты пробудил меня. К какой касте ты принадлежишь? Касте. Стражи мертвых. Потому что... Так-то вот, по идее, ты-то принадлежишь воинам, а я к касте мертвых, потому что помер уже. Стражи мертвых. Да... Сила стражей мертвых могла позволить тебе пробудить меня. Если ты действительно страж мертвых, ты сможешь ответить на все мои вопросы. Кроме одного. Кто защищает людей Яркиндара от нападения врагов? Ну, это, конечно же, войны. Воины. Они же должны защищать. Кто может отдать мне прямой приказ? Как мы помним,
Приказывали им жрецы, где они? Вот они. Жрецы. Кто привел в наш мир зло? Зло. Ну, войны и привели. Кто ж еще? Войны. За кем остается последнее слово в Совете Пяти? А, это были ученые. 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 Кто облегчает страдания раненых и ухаживает за больными? Лекари. О, лекари. Целители. Целители. Кто закрыл портал, чтобы не пропустить зло в наш мир? Вот. И вот этот самый прикол. Это все, на все отвечу, кроме одного. Он сказал сам, что я сам лично закрывал портал. Но здесь такого нету, хотя он воин. И поэтому мы выбираем. Я не знаю. Хорошо. Я верю тебе и поэтому помогу. Послушай меня. В храм Аденоса смог попасть очень злой человек. Если ты не поможешь мне попасть в храм немедленно, мы можем опоздать, и тогда всем нам придет конец. Этого не может быть. Во всем Яркендаре лишь мы с верховным жрецом Кардемоном знаем, как открыть ворота в храм. Ну, значит, твой приятель Кардемон проболтался. Ворота были открыты. Надеюсь. Я дам тебе каменную табличку, на которой записаны тайные слова. Произнеси их перед запечатанными воротами храма, и они распахнутся перед тобой. Мое время подходит к концу. И, увы, но больше я ни в чем тебе помочь не смогу. Помни, залы Аденоса смертельно опасны. Силы покидают меня. Прощай. Когда-нибудь мы снова встретимся в Пиши давай. Мертвых. Рисуй. Итак. Так. Все, он ушел в свой мир. Так. Нам дали табличку. Что ж, идем читать. Там коготь Белиара, да, получим, наверное. Кстати, там я уж не помню. Мы... А, смотрите-ка, нет. Не ходил. Сейчас, мы подождите минутку. Ну-ка. Могу я вас ободрать? Курицы, а? Нет, а в этом кто? Перья можно было собирать с вас. Я уж не помню, зачем они нужны. Ну, они нужны так же, как головы, допустим, нужны для... Вот головы этих... Богомолов собираешь для зелий, чтобы, по-моему, силу, что ли, себе прибавить. Что-то в этом роде. Так и перья эти тоже для чего-то очень нужного нужны. Ладно. Давай. Если я мы встречу духа, я обязательно тебе об этом скажу. Надо рассказать ему, что я встретил духа. Тебе действительно удалось невероятно. Кто знает, чего бы они могли добиться и что же сказал дух. Он рассказал мне о том, как попасть в храм Адана. Тогда этот перебежками сзади бегает. Его несомненно заинтересует то, что ты ему расскажешь. Ну давай. Он меня, правда, отправит туда. Эй! Да? Во дворце воинов. Он здесь. Это самое непристойное. Понятно. Я нашел все дворцы. Они все находились там. Ну,
Отлично! Благодарю! Так. С дворцами мы закончили. Эй, ты! Не тыкай мне во время секса. Проблема с воротами храма решена. Дух заговорил? Да. Значит, ты знаешь, как попасть в храм? Именно так. И еще дух рассказал мне, что ждет меня внутри. Он говорил о могущественном мече и залах Аданаса. О, Аданас! Какие же мы глупцы! Как мы могли быть так слепы? В записях же все сказано. Этот меч — ничто иное, как коготь Белиара. Мы должны как можно скорее пройти через залы Аданаса и забрать меч. Здесь меня видно. Или как-то так. Так. Что такое эти залы Аданаса? Теперь нам известно, что не только ворота закрывают доступ к тому, что спрятано в глубинах храма. На твоем пути встретятся три зала. Каждый из которых предназначен для того, чтобы уничтожить любого непрошенного гостя. Ключ к тому, чтобы разрешить загадки залов Аданаса. Цветные реликвии. Зодч, когда ты соберешь все реликвии и не знаю, понятно, он они у меня все. Смог ли ворон решить головоломки храма? А что это за коготь Белиара? Это меч. Воплощение чистого зла. Белиар своими руками выковал этот меч. Владелец меча получает в свои руки ужасное орудие разрушения. И чем могущественнее владелец, тем больше становится сила когтя. Только самые непреклонные и сильные духом могут устоять перед ним. Теперь мне понятно, почему зодчие закрыли свою долину. Они впустили в этот мир орудие зла. Злоба и жадность заставляла их уничтожать друг друга. Наконец, терпение Аданаса истощилось, и он обрушил на долину свой гнев, затопив ее в море. Создатели портала поступили мудро, спрятав город от остального мира. Какой трагический конец! Теперь ты понимаешь всю важность твоего задания. Ворон — опытный боец, а жажда власти ослепила его. В его руках коготь будет неудержимым оружием разрушения. Ворон не должен завладеть когтем. Как именно реликвии помогут мне в храме? Мы слишком мало знаем, чтобы я мог сказать тебе это. Надеюсь, извини, но больше я ничего сказать не могу. Возьми реликвии, и когда защитит нас милость Аданаса, возможно, еще не слишком поздно. Не слишком поздно. Как именно? Мы слишком мало знаем, чтобы... Извини. Но больше я ничего сказать не могу. Да защитит нас, возможно, еще не слишком. Там болтает. Пусть. Короче, читайте таблички и... Все будет тип-топ. Так. Пишем, рисуем. Что там надо сделать? Делаем. Да, уроки тоже делаем. Птичек надо разрисовать. Так что... Залы Аданаса были лично запечатаны. Итак, давайте-ка... Джер Энда Ахантер. Так. Так, минутку. Где же?
А, вот так вот надо. Ахантар. Вот так надо сделать было. Тот по-другому стоял, я по-другому стою. Итак. Ой. Тут какая-то угрожающая должна быть. Кстати, кто, допустим, использует чит, может посмотреть. По-моему, за этими тоже что-то есть, скрывается. Особенно, ну не знаю, я играл в патче, поэтому за них, за ними, по-моему, тоже что-то было. Нам надо человечков выбрать, если я не ошибаюсь. А, порядок! Нет, ни хрена не удалось. Будем искать? Да. А. Вот так. Так, ладно. Так, надо только вспоминать. Так. Первые люди, я точно помню, люди. Потом у нас лезвие. Так. И вот это, наверное. О! Что-то пошло. А он еще и шип. Ага. А вот и пошло. Так, минутку. Сохраняю. Так, так, так. Пока не подойдем. Блин, она не расходится. Тут вот тоже, по-моему, что-то есть. Если вы через патч играете, попробуйте, посмотрите. Ну-ка, давай повыше поднимемся. Да. Так. В некоторые даже заглядывать не надо. Тут, кстати, можно определить по одной системе. Там грибы будут. Вот эти точно нет. Такие далекие нет. Вот такие далекие нет. А у них еще и по глазам, кстати, нет. По глазам, смотрите-ка, нет. Так. По-моему, вот это. Ну-ка. Да, вот черный гриб. Золотое кольцо. Ну, не знаю, золотое кольцо было, нет, или до этого. Там также да, можете добежать, потому что потом вас вон здесь где-то убивать будет. Так. Ой. Вот так. Так, ладно. Еще разок. Последнюю, значит, надо. Ага, ой-ой-ой-ой-ой-ой, хорошо, что я не наступил полностью.
Вот так. Так. Ага. А, ну все. Один вход. Тут, кстати, такая приколюха есть. Видите, призрака. Ну, по-моему, где-то что-то собрать еще можно. Бандит. Сейчас, минутку. Минутку. А наушники мы где? Сейчас, минутку. Уроки, уроки. Так. Уроки, уроки. Так, ага. А, тут смотрите, сколько выключателей. Вот, если я не ошибаюсь, давайте посмотрим. Вот какой-то шестой, по-моему, какой-то вот здесь вот. Как-то он, я уж не помню, отмечается. Либо он вот здесь вот какой-то крайний, либо он где-то здесь. Ну, как бы то ни было. Подожди, Парамидис, давай с тобой поговорим. Мой дух был заперт здесь целую вечность. Мы ему, по-моему, покой даем. Свободен. У меча новый хозяин. А он нам дверь откроет. Проход в последний зал открыт. Но ворота закрыты. Эти ворота не ведут в последний зал. Они ведут в небольшой вестибюль. Владелец меча закрыл их за собой. Так. Как открыть? Потяни за один... Любой? Да, любой из них открывает ворота. Но не все активируют ловушку, верно? Да. Так. Твой отец создал эту ловушку. Откуда тебе знать, как она работает? Куэрхадрон. Я все еще помню стук молотков на другой стороне ворот. Меч отомстил мне. Ты помнишь, какой из рычагов правильный? Я давно все забыл. Думай. Это был... Все, ну, по крайней мере, ловушка была активирована, прошла, все, теперь мы можем идти. Все. Думай. Что тебе бояться-то? Так. На. На. Так. Все. Проходим. Вот такие люки, кстати, играл. У меня есть эта игра. Как же называется? Jedi. Jedi. Это, по-моему, Jedi первая, которая только что только вышла. И вот там такие же ворота также открывались. Рекомендую посмотреть. Да, можно смотреть как фильм небольшой. Такие игры. Так, тут вот эти хрени не живут, я уж не помню, ну-ка. Нет, вроде нет. А вот и ворон. Падла, мне с ним придется сейчас воевать. Блин, говорить с ним придется, да? Посмотрите, кто пришел. Повелитель предупредил меня, что Инос пошлет своего слугу. Но я не думал, что ты придешь так... Что ж, раз ты так спешил... Ты продал душу Беляру? Да, и за хорошую цену. Я стану генералом его армии. А как насчет тебя? Тебе известно, сколько стоит твоя душа?
Я лишь делаю то, что должно быть исполнено. Вы только послушайте. Ты уверен, что я служу Инносу? Что? О чем ты говоришь? Ты не думал, что я могу быть и исполнителем воли Аденоса? А может, я тоже служу Белиару? Или лишь самому себе? Что ж... Так, давай. Достаточно. Ты так торопишь. Ау! На! А так-то, по идее, его долго убивать надо. Бегать, убегать, убегать. И хреначить его издалека. Я помню, я парился его забивать. Так, а вот это я уж даже не помню. Где-то все это разбивается. А, я не знаю, здесь было или нет, я просто не стал делать. В патчах бывает, бывает. В патчах есть такое, что каменные воины встают, и они бессмертны. Их только молотком можно раздолбить специально. Так, тут у нас тоже, кстати. Так, что у нас тут можно взять? Так, нифига. Нифига. Вот так. Смотрите, может, здесь что подобрать можно. Насколько я помню, в патчах именно в этом месте еще портал стоит, который может туда-сюда людей перемещать. Поэтому вот портал здесь стоит, и там где-то тоже должен стоять. Соберите здесь сразу все, что есть. Камни, не знаю, брелки, самоцветы. В патчах, потому что здесь все это валяется. Вот, херак. Ух ты. А что, тебя не грабил разве? Ограблен. Ты мне безразличен, раб. Идем к Сатурусу. Рассказываем ему. Землетрясения прекратились. А ты, как вижу, еще жив. Это значит, что ты сделал то, делаем, что... Делаем, а то не пойдем на каток. Да, ворон мертв. Значит, все кончено. Слава Аденосу! Ты сделал славное дело, сын мой. Мы все перед тобой в долгу. Ты вырвал мощное оружие из лап зла, когда закончились землетрясения. Мы обсудили план дальнейших действий. Возьми коготь Белиара. В твоих руках он станет орудием. Используй его разумно, сын мой. И да поможет тебе Аденос. Мы останемся здесь. И обратно отправился только Миксир. Он поможет Ватросу. Ватрос оставался в городе один. Я с коготь Белия. У него есть свой разум, являясь его владельцем, а он становится частью тебя. Однако по своей воле лишь сам Белиар. Так. Что же решать тебе? Я могу я теперь лишь хозяин. Дать тебе совет. Ты можешь или отдать его мне, и я прослежу, чтобы он больше никогда не попал в руки зла, или покорить его силу и использовать меч в сражении. Так. А как заставить... Этого можно добиться, но будь осторожен. Если ты вызовешь его недовольство... Ага. Так. Ты... Если ты отдашь его мне, так что решай. Сейчас, подождите. Пусть я... Давайте на него хоть посмотрим. Так. Гроза драконов. Так, двуручная, одноручная убийца дракона. Убийца драконов святой палат. Так. Вот. Глаз Инноса. Да нет. Это все продать надо.
Ну, тем не менее, давай оставим его тебе. Возьми, как скажешь. Теперь коготь лишен своей силы. Мудрость Аданоса укроет его от зла. Что вы? Мы останемся слишком долго. Если ну так, я понимаю, вот эта миссия закончена с этим островом. Ступай. Тут делать пусть нечего. У пиратов тоже больше делать нечего. Если только это... торговаться с ними. Ну и так, кто хочет побродить, остаться здесь, вытащить все до одуванчика отсюда. Так что давайте, дерзайте. А мы сейчас отправляемся обратно. Ха-ха. Ну наконец-то, уголь. Я прям тебя издалека видел, что ты там валяешься. Ты один такой. На всех. Так, дайте я проверю сейчас уроки, и мы с вами продолжим. Итак, нам надо за амулетом для начала сбегать. Его, по крайней мере, починить должны были. Так, самое сложное у нас позади. Остается у нас что только? А, черный дракон у нас. Блин, от дракона до дракона бегать надо. Это не то, что сложно, это муторно, я бы так сказал. Так. Мы здесь и так добежим. Так. А за каким мы сюда-то бежим? Нам амулет забрать надо. Подождите. Где у нас? Вот так вот. Где 9? На. Кто у меня тут? А ты чё лежишь, дохлый? Я тебя убил. Видимо, да. Ну и хрен на тебя. Не очень ты нам и нужен-то был. Так, ну вот этого точно я убил. Я когда в бандита был переодет, блин, забыл это. Переодеться-то. Так. Амулет, гад. Да, держи. Мне пришлось сделать новую оправу. Для... Я работал всю ночь. И теперь он как новенький. Так, ладно, сюда мы еще придем. Минутку. Где у нас? Кругу солнца нет. Это действительно настаивал, что ему лучше знать. Не. Так, ты чё мне нахрен, ты мне не нужен, да? Так. Кто сказал тебе? Я не, они. Ты мне тоже не нужен. Проваливай. Проваливай. Кому я тут должен? Тебе, да? Саландрил. Отлично. Мы... Вот твоя награда. Свободен. Ты знаешь, что тебе... Так. Я... Мне больше... А, все-таки ты меня, да, бы мог учить? Падла. Ну и ладно. Нужны мне как собаки пятая нога. Так. Мне нужно кое-что. Вообще-то я думал, у тебя трава есть. Ладно. Давайте в порт. Где этот козлина? Эй, ты! Так, украдем. У меня. Выкладывай. А не за чтобы. Спасибо за информацию. Давай, так, что происходит в гавани? Огли... Как? Может быть, теперь нам. Так, ну и все.
Более мне неинтересно с тобой разговаривать. Заходи, пап. С тобой тоже. Эй! Мне удалось спасти. Я знал, что ты справ. Я говорил с Вольтрамом. Очень хорошо. Так. Что у нас имеется? По идее, так-то их перебить бы нахрен всех. Джо, ты здесь чуть... А. Ты тоже, да, ты на гур не выходишь, боишься, падла. Смотрите, сколько опыта просто здесь ходит. Так-то их перебить можно. И потом это при помощи патчи, не знаю, воскрешать там как-нибудь. Опаньки. Пабло. Что мне сейчас надо? Так у меня вроде все есть. Мне больше ничего не нужно. Барток. А этот воин-то грёбаный. А кого это записка-то, блин? Честно скажу, не помню уже. Блинские. Мне удалось спасти как много всех тех. Всех? Ты сделал великое дело. Кого должен любить черт? Всех! Всех! А как ты с этим жить-то будешь? Жить, я тебя спрашиваю, как будешь? Вот примерно так это все и выходит. Так, ладно. Мне еще к Сардосу бежать надо будет. Так, я с тобой давно не разговаривал. Я... Это прекрасно. Прими вот... Так. Мне нужно. Так, покажи ты мне свои товары. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Вот раз. Вот раз. Так. Эй! Пропавшие люди... Хорошая работа. Но ты должен продолжать свой путь, Аданас. Ну, блин. У меня записки этой нету, блин, вонючая. Не знаю, куда ее дел. Я нашел. Как обстоит дело? Нормально. Ворон мертв, угроза устранена. Это очень хорошая новость. Теперь я могу помочь. Кажется, дело касается Меня прислал пирока. Я знаю. Ищущие использовали круг сон. Я бы назвал это вынужденным шагом. Да. Что теперь будет? Мы должны восстановить его. Он тускл и безжизнен. Как можно? Я вижу только один способ. Союз — хорошо подготовленный ритуал, однако проблема состоит в том, что ты должен... Кроме того, для этого ритуала необходимо много болотной травы. Где? Я слышал о старой шаманке Сагите, живущей в лесу. Но также ты можешь попытать счастье. Кто? Я буду представлять Пирокар, высший маг огня, но для Беляра мне не приходит. Я знаю, кто. Чёрт, отойди, мать. Отойди. А что насчет Ксардеса? Точно. Это может сработать. Но я задаю себе вопрос. Представляю выражение лица Пирокара. Мне вот как-то так. Почему Пирокар вообще как-то по боку сейчас? Пирокар всегда считал себя таким неуязвимым, и так его мера предосторожности по защите глаза, то я просто тоже думаю, были беспочвенны, что он подсознательно, да? Полагается на способность. Невыносимо думать, что могло бы произойти.
В это... Это, конечно, хорошо. Я тоже должен отправляться в путь. Пошли к Сардаса и Пирокара тут. Послушай, это не займет много времени. Да прибудет... Так. Как обстоят... И не забудь принять... Так. Что? Говори. Там горячая тарелка, возьмешь, пожалуйста? Нет. Сейчас я, подождите минутку. Это ужасно. Я не верю, что это... Ты можешь... Я слышала другое. Первый раз слышу об этом. Так. Ну-ка, миксир. Эй, ты! Кто-то из нас должен... Я хотел тебя в Яркендаре. Ты совершил поиск... К сожалению, у меня еще... Это так. Так, ну понятно. Увидим. Здесь все еще можем в этом... дойти до лорда, сообщить ему об этом всем. Так. Потом надо будет команду сколачивать. Но это уже потом. Ладно, не говори мне об... Все по порядочку сейчас. Никогда... Да у меня записка-то делась. Из-за него не могу падлу-то убить. Обстанов. Вау. Как дела? Война. Но они сражают. Мне на материке не интересно. Ты... Так, я у него украл какой-то документ. Стих или что-то в этом роде. Книга платежей. Ага, учетная книга Фрэнсиса. Похоже, этот парень прикарманил много золота. Так. Важное сообщение. Так. Что? Да не то, все это записка, так. Сообщение. Из пещеры древних рудников. Вот текст песни. Все, ладно. Пойдем к Сардасу. А стой, подожди. Так. Ты можешь меня научить? Как? Ты. Ну и ладно. Не очень-то и хотелось. Так, идем к Пирокару. Потому что к Сардасу мы всегда успеем прийти. И опа, прыжок. Давай, говори опять. Ага, молчишь, падла. Так может продолжаться. Молчи, молчи. Никто ничего не хочет знать. Я говорю... Он готовит ритуал в круге солнца. Если это правда, то... Вадрес хочет, чтобы Ксардас и ты... Что? Ксардас тоже будет там? Послушай, это не мое решение. Всегда и всюду этот Ксардас. Откуда мне знать, что этот Ксардас не в союзе с нашим врагом? Я не могу доверять Ксардасу. Извини, но я не могу... Без тебя ничего не получится. Ты должен довериться, Ксард. Я ничего не могу поделать. Ты слышишь? У меня нет ни мал... А что, если я принесу тебе доказательств? Боюсь, это невозможно. Это что касается Ксардаса, то у меня большие сомнения. Большие сомнения? Ладно. У меня нет времени на это. Так, где Ксардасу?
Я ушел. Бугагашеньки. Сваливаю. Давай, 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 давай. Беги, беги, беги. Ну-ка, не трогай Мумуку. Черт, в чем дело? Ты мои головные. Я. Так, тебе надо. Благословение. Эй, ты! Латрес отправил меня к. Хорошо. Он сказал что-то о ритуале обращения в круге сон. Вот старый дьявол. Думаю, я знаю, что он затеял. Похоже на то. Не стоит заставлять Ватроса ждать. Я отправляюсь немедленно. Подожди минутку. Подожди. Этот ритуал обращения. Я не совсем уверен. Это... А. Пирокар отказывается принять участие в ритуале. Сначала он хочет получить доказательство того, что он может доверять тебе. А, неужели? Этот старый чудак становится совершенно невыносимым. Когда я покидал Орден Магов Огня, я не хотел, чтобы паладины или маги огня перевернули все в моей башне вверх дном, поэтому я спрятал их в надежном месте. И где же? Некоторые из них лежат в запертом сундуке на ферме Сикоба. Ты доверяешь этому Сикобу? Нет, но его можно купить, и он не будет задавать глупых вопросов. Там, среди прочего, есть очень старая книга. Когда Пирокар увидит эту книгу, она больше не нужна мне. Поэтому пусть... Я исследовал низ... И что ты... Все кончилось тем, что в мои руки попал коготь Белиара. Коготь Белиара? У меня его больше нет. Я отдал его магам воды, чтобы... Ты сошел с ума? Да ты хотя бы понимаешь, что ты отдал! Это оружие могло бы сослужить нам огромную... Я думаю, что я сделал правильный... Что даже боги... Так, ладно. На ферму Секоба. Честно сказать, я даже не помню, где этот Секоб. Это ферма, и он и располагается. Кто у нас первый? Кто второй? И где их не сундуки? Ну что ж, давайте. Так, где у меня тут напиточек? Не понял. Сколько? Длительность в минутах 5, а у меня где-то минутку было. Ладно, поехали. Ночь на ладони, нас не догонят. Не говори, им непонятно. Только не с ним, только не с ним. Это, короче, это Русское радио, все будет хорошо. Только не так и не обратно. Только не с ними. Только не с ними. Давай. Опа. Это у нас кто? Секоб или Акил? А, это у нас Лабард. Понятненько. Попа. Попа. Я тут, блин. Оп. Смотрите, как я пробежал. Я думал, я упаду. В обморок от счастья, что меня позвали.
Так. Самое главное — смотреть в оба. Сверкает гром. А, нет. Грохочет гром. Сверкает молния в ночи, а на холме стоит безумец и кричит: сейчас поймаю тебя в трубку, и сверкать ты будешь мне. Мне так хочется, чтоб стала ты моей. Ты все еще... Ну да. Не твое дело. Забудь об этом. Может быть. О, ничего такого. Я просто... Винокурня. О, мне, наверное, не стоило говорить об этом. Ну ладно, все равно уже я проболтался. Несколько дней назад он попросил меня дать ему что-нибудь. В последнее время шли дожди, и она заржавела. И? Да, конечно. Самый лучший. Жир крысы. Продай мне. Это обойдется тебе недешево. Сколько? Договорись. Хорошо. Вина убьет меня. Так, ладно. Акил. Ты привел их назад. Возьми в качестве... Нет, я надеюсь. Я должен пока. Так. Значит, это тот продажный упырь, который меня бесил нахрен. Так. Должна была там. Фук. Ну ладно, хоть это заработал и взял на вина заказ. Его можно будет сделать потом. Как вы помните, он находится справа. Как вот как мы вышли. Так, мы вышли. Мы не заходили в этот даже. Вышли. Вышли, мышли, сопли вышли. Кто не знает, так и не найдет его там. Первый раз, может быть, еще и найдет. Случайно. Второй раз уже все. Точно нет. Куда бегу? Куда глаза глядят? Какие глаза? Глаза того тулупа, из которого заяц вышел. Какой заяц? Ой, да сейчас я сниму это. Вы поймали. Падла. Поймали тебя. Сейчас я пойду к Пирокару и сниму это все. Нашелся тоже пися важная. Такой дурилка, господи боже, что вы. Все на что-то надеется. Так, секап. Секап. А нахрен тебе нужен? Черт, в чем дело? У тебя на ферме должен быть запертый сундук, скотина. Вот этот, наверное. Книга. Красная. Где ты? Так, ладно. Телепорт. Что-то у меня прибавилось. Потом я телепорт ушел. Сдвинулся. На. Да вообще не туда. Вот сюда надо. На. Ночь. И тишина. Связанный на век. Хотя вроде не так. Ну, еще нету 12, еще спать не легли. Проваливай. Как значит? Да встанет Инес между тобой. Я принес. Это знак его. Покажи. Но это невероятно. Ты имеешь хоть... Это древний
давно потерянный. Мы все думали, что он утерян навсегда. И теперь я узнаю... Так ты будешь присутствовать? Да. Я отправляюсь. На самом деле, я собираюсь заставить этого шаха... Увидимся! Так. Я прям слышу, что ты мне хочешь что-то сказать. Ну, говори, чего же мне-то оттянуть? Так. Ловкость. Ну и ладно. Кто тут есть? Эй, ты! Как про... У врага много воблик. Ничего интересного. Это вообще можно с ним не разговаривать. На. Так. Как обстоят дела с глазом Иноса? Как вспомни. И не забудь принять. Насчет... Да. Что-то не понял, а где этот грёбаный маг? Держись подальше от меня с этой магией. Не понял, ты что не пошел-то? Ну что, тебя за ручку как девочку вести? Уйти ушел. Что тебе здесь нужно? Уходи! Да я думал, ты, блин, пирокар. Видишь? А, вот он. Я сделал все, как ты сказал мне. Да, теперь все готово для проведения ритуала. Что насчет бал... Ах, да. Ты принес три стебля бал... Да. Превосходно. Ты хорошо поработал. Смотрим, как три мага тут хреначат всякую хрень по очереди. Красивое такое fire show. Заклинания накладываются одно на другое разными цветами. Ну, ню-ню-ню. Отсюда, кстати, для винокурни. Винокурня у нас находится, ну, так-то вроде как недалеко. Блин, только с другой стороны-то бежать гораздо легче, я так думаю. Ладно. Будем смотреть. Как и вспомни, только ритуал обращения... Мы закончили. Пусть пирокар объяснит тебе. Надеюсь, я еще увижу тебя. Теперь
когда глаз Иноса восстановлен, все они служат Бильяру, но должна быть также земная сила, которая контролирует их. Найди источник этой силы. А как только ты выяснишь это... Так. Вы сделали это? Я почти не верил, что это возможно. Что мне? Не трать свое время на тривиальные вещи. Иди и уничтожь драконов. Помни, что тебе нужно сначала поговорить с драконом. Сила глаза заставит драконов говорить. Кроме того, он даст защиту от... Однако его сила не вечна. Тебе придется снова... Для этого тебе понадобится эссенция из сердца дракона. Только тогда ты сможешь... Спасибо. Теперь у тебя есть все необходимое. Так... Мертвый послушник. Сколько их тут наубивали-то нахрен. Так, ага, а мне же туда можно идти. Минутку. Так. А, так один хрен. Путь-то тот же, только другим способом. Ну ладно. Не видно ни хрена. Минутку. Да будет свет, который мне очистит путь. Так. Тут уже никого нет. Всех убили, всех покрошили. Только мне вот сюда, если не ошибаюсь, надо взять. Я, конечно, могу ошибаться. Но не то, чтобы намного или надолго. Да. Идем пока вперед, пока все нормально. Так. Теперь сюда. Посмешище. Господи. Кратокрыс. Какой-то жалкий кратокрыс на меня, причем в один еще. Рот разявил. А вот варги уже серьезно. Да тихо вы. О, кстати, у меня броня хорошая. Это единственное, наверное, что меня спасает сейчас. Так. Мне сюда, если я не ошибаюсь. Так. Да тихо ты. Блин. Где этот варк вонючий, который меня кусал? Так, в какую сторону я развернут? Вроде бы правильно бегу. Так, вот мы прибежали на эту полянку. Или в глубинку куда-то. Вот дымка. Хренимка. Так. Вот где-то здесь. Так. Ищем. Ее очень хорошо видно, если вы идете со стороны города. Я говорю же, не факт, что вы ее сразу... Блин, да что такое?
Не факт, что вы ее сразу найдете. Ее случайности так-то можно найти. Если точно не ориентируешься, если ты не задрот. Так. Болотная трава, болотная трава. Так. Так, что у нас по времени? 2 часа ночи. Сейчас мы переночуем у Джека и будем вот днем искать. А то ни хрена непонятно. Черт, в чем дело? Дай поспать. Спасибо, что меня охранял. Мне на спасибо. Все, комплимент съела за кошелек. Пойдем искать. Где это? Вино. Вино, вино. Так. Надо держаться как-то так. Сюда. Оп, проскочили. Значит, маленько не сюда. Где еще есть? Где это кольцо гребаное? Круг. Он же недалеко от круга. Да все, успокойся ты. Так. Вот так. Так. Так, где-то я? Да, где-то тут. Осталось только выяснить, где тут именно. Ой, какой лес-то, блин, большой. Так. Где же ты? Так, головешки есть, стрела все-то есть. Вот он. Вон пещера. Смотрим. Вот так вот. Так. Осторожней, тут какой-то хоб-гоблин сидел. Ну, у меня сидел, по крайней мере. Дух вина. Смотрим, читаем. Такс. Забираем. Это, так сказать, халявно. Халява привалила. Все. Идем еще соберем. Все бутылки соберем. Соберем.
Нет, говорю, у меня тут этот был. Гоблин. Сейчас телепортируемся. Порт. Так. Охота на драконов. Сейчас пойдем к драконам, не беспокойтесь. Дойдем только до Вино. Я бы сделал это по-другому. Так, покажи мне свои товары. Я уже подумывал об этом. Это все сплетни. Нам остается то. Нет у тебя товара, все. Это сиди, кури. Пойдем. А мы бежим. Вот единственное, что... Да, вот здесь Вино, надо на полях его найти. Так. Опаньки. А как у тебя? Дерьмово. Ополчение нашло мой... Остается надеяться, что они никогда не узнают. А как... Эти ублюдки в черных рясах повсюду. А... Эти ублюдки в... Так, ладно. Сейчас, минутку. Кругу солнца. Так, в демоническую башню. И идем к драконам. Путь у нас, как сами понимаете, будет длинный. Поэтому готовьтесь бежать. Потом это заново заваривать. Бежать к другому дракону. Единственное, что меня утешает, то что у ледяного дракона мы зачистили. Мы к нему подбежим спокойненько. Хотя, кстати, наверх там есть шахта такая. Не знаю, сейчас она есть или нет. В первой готике была... Была старая шахта, была новая шахта. И вот интересно знать, там кто-то есть или что-то. Но тем не менее, сейчас пока мы телепортируемся. Так, это мы здесь были. Вот, надо узнать, кто там, что там. Глава 4. Охота на драконов. Ой-ой-ой, что это такое? Ух ты. Давай. Они внизу должны стоять. Опа. Ну давай, толпа. Вот она. Опаньки, опаньки. Да, потушеньки. У тебя не найдется чего-нибудь? Полагаю, у вас... Нет, черт побери. Когда мне долго не удается промочить горло, мой череп раскалывается. Он узнал это не от меня. Вот, возьми. Я лучше... Какое блажь! Теперь я опять могу Так, давайте для начала кошелек. Не буду вмешиваться. Это плохой бизнес. Кстати, так, если честно... Это охотники мы... На драконов пришли охотиться. Это не мои проблемы. Ты знаешь... А что я получу? Конечно, в конце концов мы его поймали. У меня... Договорились. Я припасу ее. Да, он действительно сказал. Хорошо. Ну если... Так, мы и так знаем, где драконы. Кому верить? Я тоже так считаю. Я слышал другое. Я мог бы... Давай, одевайся. Я некоторым вещам. Я лучший боец на Монтаке. Да, мы лучший, да сейчас. Хорошо, вот деньги. Так, сюда не подходи, там переодевайся. Одевайся, если хочешь идти куда-то. Конечно, в конце концов мы его вот. Мне стал... Сто раз подумай. Ну, если он честно, так, я не могу сказать. Прошлой ночью готов поклясться своей так. матери. Это не
Да я раз больше ничего. Следующий. Если бы он был с нами, кошелек для начала. Что я ты делаешь? Подумал. Давно уже не слышал. Ничего не изменится. Совершенно. Я жду, когда ж. Теперь даже не знаю, кому верить. А. О, да ты еще более то. А ты начинаешь действовать. Ему нужно больше. А почему ты так? Если ты не перестанешь задавать идиотски. Так, давай. Продолжаться вечность. Если бы он был с нами. Если ты достал меня. А. Покажи ему. Останавливайся. Вот задай ему. И кончи его! Давай! А теперь ты останешься еще и без всего. Ладно, с тобой мы позже поговорим. Мне нужно верить Горн. Всем, что говорят. Даже тебя я вкраду, я краду всех. Я вижу, ты... Я пошел за Сильвию в долину рудников. Я скажу тебе вот что. Здесь определенно что-то не так. Я не удивлюсь, если Гаронт и Паладин, мы еще посадка, давно сбежали или уже все перебиты. Все было бы по-другому. Что? Я сначала пойду с парнями вдаль. Мне просто а потом свалю. Выяснить. Рано или поздно. Есть. Будь осторожен. Эй! Нужно верить всему, что говорят. Я слышал другое. Откуда? Мы пришли... Должно быть жаль этого бедняга. Понятно. Видишь? Ты вот. Он меня пивом угостил еще. Что? Мы услышали об охоте на драконов. Ну, мы со... Но, говоря откровенно, это мне плевать на драконов. У дракона, ну, это всем плевать. Конечно. Что ты знаешь? Я знаю о них только из детства. Понимаешь, девственник. А куда вы себе... Понятия не имею. Вы могли бы... Меня пойти туда в замок не затащить. Я не хочу обратно в тюрьму. Я сам... Что на... Ими окружен, пытаться пробраться тут... Да я уже там ходил, половина, большинство этих убил. А, нет, я всех да убивал. Что ты си... Эти ну, сейчас, наверное, еще меня за появились там. Мне дали 10 лет за... Это все? Ну, конечно. И? Я тут и ни при чем. Этот парень сам... Ходят разные слухи. Тебе ручаюсь, ты никогда не был в тюрьме. Сейчас я покажу тебе, что... Тебе не стоит спрашивать меня об этом. Да стой ты. Я только что тут одного сейчас нахреначил, и ты туда же. Неплохо. Что ты надеешься? Золото и славу! У меня будет достаточно, чтобы провести остаток своей жизни. Ну да. И что? Это часть игры. Мы еще посмотрим. Ты бы не хотел поработать на меня? Я... Хорошо. Подожди минутку. Хорошо, хорошо. Ты лучше. Ты... Ты шутишь? Никому не интересно. Блин. Эй! Чего тебе? Эта долина опасное место. И без правильного снаряжения ты сразу можешь считать себя трупом. Я полагаю, что у тебя как раз правильное снаряжение. Угадал. И я даже могу продать его тебе. Так. Для начала давай-ка я украду у тебя. Кошель. А информация? Может быть. Сколько ты берешь? Хм, трудно сказать. Ну, вот это еще у тебя возьму. Мне 50. Вот теперь. Драконы это... Это я без тебя знаю. Ты мне нахрен не нужен. Ничего не изменится. Эй, ты! Что ты этим... Я хочу сказать, что пребывание здесь может... Не говоря уже о драконах. Да,
Да, а твой кошелек у меня, ты знал об этом? Ты можешь... Я могу дать тебе... Нам здесь не нужны трусы. Возвращайся домой. Ты что? Я что, похож на главного? Когда Сильвио попытался вести себя как командир, мы показали ему и его парням. Произошла небольшая стычка. Надеюсь, Сильвио найдет свой конец в кастрюле какого-нибудь орка. Хороший мальчик. Так выход... Надо же, какой догадливый. А ты думаешь, он будет спокойно сидеть? Но такие дела требуют тщательного плана. Понимаю. Сначала мы должны выяснить, только тогда можно будет подумать о лучшем способе. А так... Кто ничего не хочет сказать. Я не был бы так уверен. Как вы собираетесь пройти мимо орков? Мы рассмотрим этот вопрос по... Это было так, как ты сказал. Мне бы... Возвращайся назад через... Про... Не говори, не надо. Эй! Блин, надо было оскорбить его. Отпусти ему муку. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Увидимся в следующем видео. Я думаю, наверное, сразу перед драконами. Хотя перед первым покажусь. Ну что ж, на этом все. Пока.